Лето кончилось. А манипа взяла да повесилась. Не пошла за грибами. Так бывает. Потому что с летом здесь по-особенному. Вот и манипа. 70 лет прожила, теперь ее ругают дурой. Но на могилу кладут вкусную еду. Это Геня сказал ей про лето, пьяный был. Идет по деревне и машет руками. Пускай, говорит, пускай. Краской пахнет. Мы покрасили керосиновую лампу и теперь ждем. Геня копается пальцем в рыбьих костях на тарелке и вспоминает тогдашний их разговор, когда манипа с утра выглянула в окно и сказала: «Ну что ж такое, все дождит и дождит». Повязала на голову красный платок и зашагала к двери. «Кычем один!» «Грибла!» «Но ты ебнута, та шом поводеин!» «Абы ми ебнута, а мы навочны то!» «Регит гожом и помасяс!» «Помасись, Нин!» «Куда пошла?» «За грибами». «Ну ты ёбнутая в такую погоду!» «Я не ёбнутая. А что делать-то? Скоро и лето кончится». «Уже кончилось!» Мы на берегу с полбутылкой спирта. Разбавляем речной водой, пьем и лезем купаться. Анемоны – это не цветы. Анемоны – это поцелуй в спину. Ну или в ключицу, или в плечо. Только долго. Когда целуют в спину, любят на самом деле. В губы, в ноги и между ног человек целуется с летом. А когда анемоны – целуют только тебя. Анемоны рождают в декабре одеяло и желание пройтись, стоять на улице, мерзнуть. Анемоны, поцелуй в спину, иногда через белый свитер, иногда через черное пальто. А так бывает, обнимаешься в толстых куртках и ну целоваться, иногда попадая в лицо. Тут уж определенно имеешь дело с анемонами. И руки, в перчатках или в варежках. Встретились. Нечего сказать. Анемоны поцелуют через одежду. Анемоны. Ну все. Ну все.